Мы в процессе веерного исследования, которое проводило Роскачество по целому ряду категорий, по майонезу, и по кетчупу, и по растительному маслу, выделяли лучшие в стране продукты. Те товары, которые производятся без консервантов, производятся из натурального сырья, с высокой культурой производства. И наши специалисты уже аудировали эту площадку, и недаром компания «Нефис» получила 3 государственных знака качества. Это действительно, я бы сказал, в настоящее время рекорд. Ни одно из предприятий такое количество, такой букет государственных знаков качества еще не получало. Сегодня я лично убедился в том, что это не случайно. То есть действительно предприятие соответствует всем, я бы сказал, превосходит многие международные уровни качества. Действительно, высокая технологичность, высокая культура производства, высокий профессионализм работников – это очень приятно.